Перед каждой тренировкой небольшое собрание. На нем спортсмены обсуждают планы на ближайшие полтора часа и тактику игры. Без этого в регби на колясках никуда. Это командный вид спорта. Каждый из игроков должен четко понимать, что от него требуется в игре. Иначе победы не видать. Но это лишь одна из составляющих регби на колясках, которая цепляет спортсменов. Ну что дома сидеть, спорт — это жизнь. Ну пока других видов спорта для себя особо таких не приобрел. Вот, решил попробовать, понравилось. Регби, ну это такая не детская игра, скажем, накал страстей. Ну, жестко, быстро. Сергей к тренировкам с приморской сборной присоединился недавно, чуть больше года назад. До травмы занимался смешанными единоборствами, кудо и тяжелой атлетикой. С детства привык к духу соперничества и к борьбе. Именно это он и находит в регби. А капитан команды Леонид Першин здесь, потому что более 15 лет посвятил волейболу. Там и тут играют мячом. Каждый в этом паралимпийском виде спорта находит что-то свое. Но главное, что тренировки и соревнования дают возможность не сидеть на месте и общаться с такими же спортсменами. Для меня всегда была мотивация найти какое-то движение, заниматься, развиваться, как говорится, и телом, и духом. Ну, спорт – это как бы, ну, сила, жизнь, движение, жизнь. Сейчас команда на двухнедельных сборах усердно готовится к чемпионату страны. Он пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 7 апреля. Следующий тур запланирован на осень, поэтому команда с нетерпением ждет пополнения. Здесь рады всем новичкам. Обучат, расскажут и покажут все тонкости этого вида спорта. Главное, чтобы было желание.